конечно, работа над ошибками. Сначала диагностика, а потом уже работа над ошибками. Какая диагностика вот в этом курсе лимфатического массажа, который мы изучали, она вас поразила? То есть вы не работали этим видом диагностики? Значит, шифровка УЗИ сосудов головного или шейного отдела и головного мозга. То есть это более четко распределить и рассмотреть. Да, вот здесь сосуды, что мы можем, они сужены или расширены, чтобы более четко узнать, какую половину тела мы будем более активно лимфатическим массажем, а какую, с какой начнем, с какой закончим. И вся вот она, доказательная медицина массажа, Рада, согласна, да? Mm-hmm. Что мы работаем и контролируем себя уже инструментальными методами исследования тела. Mm-hmm. Сегодня мы еще познакомились с термографией, то есть когда мы можем и фотографию сделать тело, да? То есть мы можем с вами, имея заключение гастроэнтеролога, знать проблемы уже лимфы желчного пузыря, mm-hmm. лимфы желудка. Если у нас есть нарушение, которое описал гастроэнтеролог. То есть массажист работает вместе со специалистами, которые проводят диагностику, лор-диагностику, потому что проблемы шеи часто завязаны на лор-патологию, да? Гастроэнтеролога заключение, потому что здесь проблемы по диафрагмальной и паховой лимфы. Гинеколога, если это имеются уже гинекологические проблемы. Этот изначальный пакетик документов, он должен быть у массажистов. Это может быть копия, это может быть выписной эпикриз со стационара. Но я очень рада, что мы, наконец-то, массажи приводим в их правильное назначение. Медицинский массаж – это продолжение работы и других специалистов. А ваша задача – точку над «и» поставить в этом каскаде разрушений в организме, когда мы с вами можем, затем проведя опять повторные исследования, например, сосудов мозга, увидеть результат своей работы на инструментальном исследовании. Это здорово. Это очень здорово. Это очень здорово. Об этом мы знали, сейчас уже более подробно. Вы знали, но не придавали этому значения. А когда уже показываете своим пациентам то, что у них произошло с сосудами, вы знаете, какой эмоциональный взрыв у пациентов? У меня есть очень много постов, где я спрашиваю пациентов по их результатам. Вы знаете, это светящиеся глаза, это совершенно другие люди, которые говорят, вот у нас было так, а стало вот так. И даже все доктора мне сказали, что это не должно было быть, а оно произошло. Это благодаря вашим рукам. Теперь они более осмысленны, теперь они более мягкие, согласны с вами? Это однозначно. Это однозначно. Мы не на сосуды давим, а вдоль сосудов идем. Да. Это однозначно. И я вас поздравляю с этими новыми знаниями. Удачи Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Так, давайте. Это сделать сразу, да? Да. Так что Петропавловск, Камчатский у нас. Видите, сколько вас теперь здесь, да? Смотрим. Прекрасно. Отлично. Спасибо большое. Девчонки, это же... Вот самое главное, что она вот сейчас сказала, то, что мы теперь осмысленно, и тогда вес вообще массажа становится совершенно иной. Да. Ну, это медицинская технология оздоровления. Технология оздоровления. И как всякая технология, она должна быть подтверждена исследованиями, анализами. Все, что мы можем узнать о пациенте до того и после того, вообще человек, который к вам приходит, он обязательно имеет историю болезни. Вы можете использовать до массажа 2 года назад проведенное исследование желудочно-кишечного тракта или лор-консультацию врача. Неважно, сколько времени это было сделано до вас. И вот ваше воздействие приведет к изменению, надеюсь, всегда в лучшую сторону, потому что никогда восстановление кровообращения еще не мешало восстанавливаться работе любого органа и любой клетки. Поэтому Анна Сергеевна, практика, Аня, сколько лет работаете уже? Я новичок в этом деле, всего 5 месяцев массажа. То есть вы начинающий массажист? Да, я начинающий массажист, но для себя очень много открыла и поняла. Прекрасно. Читала, на самом деле, насколько важна лимфатическая система для человека.
Но теперь его понимаешь, что это настолько прям возможность, настолько можно исцелить человека, помочь ему, что это прям просто для меня новое открытие какое-то. Для нас было открытие в своем теле. Это какого участка? Это шея, руки. Сразу хотелось дышать. Прям как-то ясно стало. Понимаете, 1-2 дня, да, и то есть 1-2 массажа, и такие изменения. Для меня это прям вау. Прям что-то для меня это просто... Космос. Космос, да. Я очень рада, что вы вылетаете в космос. Я очень рада. Вместе со мной, да. Вот, я буду стараться вас курировать. Встретимся, надеюсь, на втором цикле с вами. И хороших вам результатов, потому что для нас с вами, кто воздействует на тело человека, самое важное это быть довольным, быть спокойным, что мы смогли помочь. Да? Самое главное. Главное, что мы смогли помочь себе, близким, своим пациентам. Удачи вам! Спасибо! На раду смотрим. На раду. С правильного курса начала. Мы сколько воды попили. Я очень долго искала. Я знала, что это важно. И очень долго искала вот этот момент. Думаю, ты делаешь массаж, но это же все равно, но не то. Это как круг. Надо что-то еще как-то глубже туда. Это самое важное, а потом уже все остальное. Правильно. Это прекрасно. Поздравляю. Всех вас поздравляю. Поздравляю Петропавловск-Камчатский с тем, что специалисты по лимфатическому массажу теперь здесь есть. Выбирайте себе специалистов, пожалуйста. Все они у меня будут под сегодняшним постом, где я их представляю. Будут их телефоны. Будут их имена и фамилии, поэтому выходите на них, консультируйтесь, и дальше мы с вами будем идти к более здоровому состоянию всех. Будьте все здоровы! Спасибо!